Он не любит, когда его называют модельером, а предпочитает, чтобы о нем думали как о художнике моды. И наверняка заслуженно. В мире мировой моды Роберто Кавалли появился в 60-х годах прошлого века. Он привлек внимание общественности новым взглядом на женскую моду. Для создания своих моделей дизайнер использовал змеиную кожу, шкуры животных и перья птиц. Это и легло в основу популярного сегодня стиля трайбл. В последних коллекциях хищный мотив выражен в звериных принтах. Платье от Кавалли – это большой вырез, открытые плечи, открытая спина, гепардовый принт, а также сочетание с черным шифоном. Оригинальные компаньоны – атлас и шифон с гепардовым принтом, а также горохом, выполнены из натурального шелка с добавлением эластана. Это позволяет использовать шифон и атлас в актуальных в этом сезоне брюках, а также комбинезонах. Эксклюзивный купон от швейцарской фабрики Jakob Schlepfer с принтом под гепарда в виде шара. Рисунок нанесен на тонкий шифон из натурального шелка и может использоваться в летящей тунике или легком платье свободного покроя. Хищные мотивы присутствуют в большинстве коллекций дизайнера, однако в этом сезоне Кавалли акцентирует внимание больше на изысканной классике. Кавалли продемонстрировал в своей новой синелетней коллекции изысканные сочетания необычных вещей. Основу коллекции составили женственные платья в мелкий цветочек из натурального шелка. Натуральный шелк идеален для летнего сезона, поскольку атласный блеск он очень красиво бликует на солнце, а натуральный состав ткани позволяет очень легко находиться в жару в этой ткани. А вот вариант платья в стиле Роберто Кавалли. Вечернее платье полной длины со сложным кроем. В нем используется кружево в виде нанесения рисунка на ткань, а также в виде отделки. Используются ленты и оригинальный симметричный крой. Эксперты утверждают, отсутствие ультрасексуального гламура в новой коллекции Кавалли для кого-то стало сюрпризом, а для кого-то разочарованием. Сам дизайнер описал свои модели как гимн простому образу жизни. Помимо шифоновых платьев, в коллекции представлены квадратные жакеты и мужские брюки с заниженной талией. У дизайнера в коллекции мужские брюки, но их он предлагает делать из шифона. Это натуральный шелк. Подвязывает их поясом, широким поясом пушак. Брюки шелкового шифона имеют множество складок у талии, поэтому они не настолько прозрачны, чтобы их невозможно было носить в городе. Они достаточно широкие и очень элегантно женственно смотрятся. Шифон имеет женственный цветочный рисунок, либо мелкий геометрический по типу мужского галстучного. Скептики пророчат, что отказавшись от сексуального гламура, Кавалли рискует потерять часть своих клиентов. Глянцевые журналы вступают в защиту, цитата. Кавалли сумел не просто придумать модный бренд, он создал новый стиль жизни, а потому имеет право экспериментировать. И с этим нельзя не согласиться, ведь не случайно стиль дизайнера попал в список легендарных.